Так что там на музыкальном фронте? На Сольницком-Полянском. Слышали? «Синий платочек». Ясно. «Землянка». Хорошая песня. Разрешите стать в строй? Разрешаю. А что это вы там напевали? Трям-там-тарадам, ти-дари-дари-дарам. «Смуглянку», товарищ командир. А ну, напойте слова, знаете? Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. На чем играете? В каком смысле? В музыкальном. Ни на чем. По-моему, он с мухами. Что-что? Какое училище? Дутар. Оренбургское училище, товарищ капитан. Дутар. Я его с собой привез. Арфа. Но музыку не терплю с детства. Тем более война. Война – это все приходящее. А музыка – вечно. И передайте в полк, что жив-здоров. Это чистый. Займу для гостей держим. Вот один мастер повадился целую неделю медсамбат крутить. Представляете? Специально по Красному Кресту бьет Свобода. Но ребята решили, что это ты, и погорячились. За победу. Будем жить, пехота. Ну, могем. Не могем, а могем. Хорошо. Человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Любовь. Вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью. И от Сталинграда сюда, до Днепра. С любовью. Я по этому маршруту смогу через 100 лет без карты летать. Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу: развалинами Рейхстага удовлетворен.